Коллеги, вы знаете, что вопрос развития жилищно-коммунальной инфраструктуры в целом является одним из главных приоритетов, который на сегодняшний день поставлен главой государства перед правительством. В Акимате города состоялось аппаратное совещание, где собрались члены общественного совета, представители средств массовой информации и руководители уполномоченных органов. Главной темой стали тепловые сети города. Согласно концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года определены 6 основных индикаторов. Первый индикатор у нас – доступ населения к услугам водоснабжения в городах и селах. То есть к 2025 году должно быть 100% обеспеченность. Второй индикатор – это снижение износа тепла, водоснабжения и водоотведения. То есть к 2026 году у нас минус 45% должно быть. Третий индикатор – уровень обеспеченности общедомовым прибором учета тепла. К 2026 году 100% должен составить. И четвертый индикатор – уровень очистки сточных вод в городах республиканского и областного значения. То есть к 2026 году должен составить 95%. Также на совещании были затронуты вопросы о дорогах в Темиртау. По словам специалистов, в этом году в городе проведут ремонт около 50 километров дорог. Среди них проспект Республики, проспект Металлургов, улицы Мичурина, Заводская, Колхозная и Школьная. Ольга Цуканова, Арман Абылхасымов, Дмитрий Косыгин. Новости Темиртау.